Цвет моря просто потрясающий. Иногда, вы знаете, даже зимой при определенном солнечном освещении вода более яркая и насыщенная, нежели летом. Потрясающе! Хотя здесь сейчас у нас отлив. Посмотрите, какое здесь каменистое дно. Но это, конечно же, не пляж. Редко здесь, на этом побережье, вот такая вот тихая погода, безветренная, что можно просто спокойно гулять и разговаривать с вами без проблем. Подснежники. 19 января. Вот возле церкви. Как ни странно, обычно подснежники самые первые. Они вот на этих вот старинных кладбищах у церквей начинают распускаться. Потрясающая история. Я показала вам лишь начало. Эти подснежники сейчас пойдут быстро. И, наверное, нужно вам будет следующее видео показать с подснежниками в Вентнере. Хотя вас уже, друзья, ничем не удивишь. Да, вы знаете, вот если бы я вам показала впервые вот эту вот церковь, ограду старинную, старинное кладбище английское вокруг церкви, конечно, это было бы потрясающе интересно. Но мои зрители уже разбаловались хорошими, красивыми видами, сюжетами. Поэтому уже, получается, я никого не удивлю. Здесь также эти ворота, которые между территорией живых и мертвых стоят границей. Здесь вот интересные такие кормушки для птиц. Вообще стоит неудачно эта церковь. Она здесь на углу, на трассе. И даже иногда опасно здесь идти. Видите, какая узкая дорога. Сегодня мы с вами посидим опять вот в этом замечательном старинном пабе, который называется «Шпионский глаз». Помните, наверное. Но вы знаете, настолько хорошо на улице, что я не хочу внутрь даже заходить. Я взяла себе кофе и посижу здесь, на вот этих вот странных скамейках, которые многим не нравятся. А мне все замечательно и все меня устраивает. Сегодня я хочу вам рассказать немного опять своих новостей, то, что здесь у нас случилось на острове Уайт. Новый год 2022, он пришел. В общем-то, его, по-моему, даже не очень и ждали, и надеяться, что что-то здесь изменится и будет лучше, не приходится. И вот у нас здесь на острове Уайт впервые, пожалуй, по крайней мере, на моей памяти так точно впервые. Что случилось? Я, вы знаете, езжу всегда на автобусах, на двухэтажных.